Всем привет! Если вы хотите что-то оригинальное и вкусное, то смотрите этот рецепт. Начинаем готовить. Для этого нам понадобится молоко, какао-мука, яйца, сахар, растительное масло, 4 яйца, 80 грамм сахара. Перемешиваем. Молочко 385 миллиграмм. Мука 200 грамм муки, 15 грамм какао. Я так вожу поочередно, чтобы комочки быстрее расходились. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. И молочко добавляем. Все мешаем, мешаем, мешаем до однородной массы. Двадцать миллиграмм подсолнечного масла. И тесто на блины готово. Первый блин комом, как говорится, шучу. Первый блин смазываю растительным маслом. Чуть-чуть переборщила и сейчас я его вытерла чуть-чуть. Блины выпекаем с двух сторон. У меня сковородка 28 сантиметров, можно и 24. Получилось 12 блинов, я один уже съела. Так, делаю крем. 200 грамм маскарпоне. И 50 грамм сахарной пудры. Ну, сахарную пудру по желанию. Можно и чуть меньше. Так сладко получается. Такой сладкий крем. Хорошо перемешиваю до однородной массы. А еще забыла сказать, в сахарной пудре у меня был пакетик ванилина. Это тоже по желанию. Добавляю 200 грамм жирных сливок. И все миксером взбиваю до однородной массы. Взбиваю недолго, буквально 1-2 минуты. Крем готов. Сейчас вишенка на торте. Беру блин. Смазываю кремом.
и беру савоярди. Буквально на секундочку макаю в кофе растворимый. Кофе не с сахарю. Кофе без сахара. Посерединке ложу. Вот так смотрите, как я загибаю. Блин. Загибаю блин. Вот так, видите? И потихоньку так плотненько скручиваю, но не прижимаю, чтобы печенечку савоярди не разошлось, скажем так. Не стало в кашку. Вот какие красивые. Этот десерт подойдет всем. Всем понравится. Сейчас я вам покажу в разрезе. Это очень вкусно. Этот десерт очень вкусный. Очень. Делала мужу на день рождения. Не делала даже торта. Делала эти блины, и все были в восторге. Как раз рецепт на праздники. Приятного аппетита!